берег Теплодаровского озера переоборудуется. Это навезли глину, засыпают камни. Впереди еще там камыши, деревья. Это следующий день уже. Не следующий, прошло пару дней. Глину эту разбросали, утоптали. Еще так камни. Озеро. Вот прошло время еще. Все ровненько. Убраны камни. Прекрасная водичка. Без изменений. Это рядом с пляжем. Вырубали все. Убрали камыш, деревья. Это 30 июля. Подсохла глина. Это возле пляжа опять. Продолжается улучшение пляжа. Двенадцатое июля, пляж Теплодаре. Одесский центр Каягинка. Лодки. Здесь придеваются люди и на песочек, потом воду, кафешки. Тринадцатого июля 2022 года. Пляж города Теплодара. Это будет баскетбольная площадка. Вот первый игрок побежал. Сори, волейбольная площадка. Твердая поверхность.
19 июля. Преобразование пляжа в Теплодаре. Продление пляжа.